Ты мог, это рестлинг, он не по-настоящему. Не страшно, блядь, верите? Верите. Ну где ты оказался? В Вишняках. Так что есть обычно на Вишняках? Я в обычном районе Москвы. Пятиэтажка или девятиэтажка и церковь. Церковь, правильно. Церковь. Скоро, кстати, Пасха. И будешь красить? Я уже. Да не эти. Так я обычный куриный. А. Мы едем за новым претендентом. Его зовут Тимофей. Говорят, он викинг. Сын Одина. Не знаю, что это значит, но мне так сказали. Он сказал, что он хочет попробоваться на роль Тафгая. Мы поедем с ним на рестлинг. Последний раз я видел рестлинг, когда его комментировал Николай Фоменко на ТНТ. И он говорил... Ой-ой-ой-ой-ой! Убивают ветерана! Вот он, сын Одина. Прикид, конечно, у него бомбео. Я в шоке просто. Ну ты чё там? А чё, арбузы мне? Здорово. Здорово, пацан. Тимофей Садовский, или сын Одина, как настоящий викинг хочет помочь братьям обыграть сборную России при помощи северных богов и говорит, что ни хрена не шутит. Ну, хоть предупредили, что снимать будет. Как? В смысле? Тимох, ты в курсе, куда мы едем? Нет. Серьезно, нет? Нет. Хотел, смотри, там есть два стула для тебя. А чё, сидеть, да на ней? Ну, типа, сидеть на двух стульях, да, конкурс будет? Иначе Один будет недоволен, ну, вообще. Вот поэтому... Я не попаду в Альгалу. Сегодня мы как раз проверим твою прочность на ринге. Ну, нормально, ща проверим, да. Ты клюшку взял? Нет. Ну, она тебе не понадобится. Давай покажем тебе все кайфы влога. Тебе нужно будет хлопнуть в ладоши, и мы переместимся сразу в локацию, где будет вторая съемка. Давай, гол. Вот мы и на месте. Мы привели Тимоху на рестлинг и будем его проверять в роли Тафгая. И нам в этом поможет чемпион всего на свете, всех рестлеров из рестлеров, Владимир Кулаков! Привет! 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 Готов потренироваться? Владимир Кулаков, профессиональный рестлер, бросил всех своих девушек через прогиб, а не по WhatsApp-у. Испытать себя на прочность. В общем, Вов, надо проверить Тимоху на прочность. Нужно сделать пару приемчиков, сломать пару стульев, и чтобы ему было больно. Потому что он говорил, что он супер боец. Мы немножко разомнемся, а потом проверим его на прочность. Говорят, давай, он тоже в Альгалу хочет. Ты последний викинг, а он предпоследний. Нужно узнать, кто точно попадет в Альгалу. Посмотрим, если даже звук не попадет. Тимо, ты готов? Готов? Все, поехали. Что, проверяем его на прочность? Тимох, ну как ты? Да заколебал уже, блин, Дэн. Я говорю, как лосося по кукурузе меня тут по всему этому, блин, он. Нормально, нормально все. Мы так, ладно, хорош ныть, пошли еще германский сделаем. Ну да, еще. Просто заканчиваем. Да. Прошел парень подготовку, скажи, пожалуйста. Прошел. Ваш Тафгай практически готов. Мне нужно сделать еще один тест. За что, Один? Ой, я думал, они в рестлинге не дотрагиваются друг для друга.
Сентора меня и прокачал, короче. Ну все. Да просто как проявочная пленка, смотри, он проявляется. Чемух ты полароид. Жесть. Тавгай? Все. Тавгай. Один здесь. Ну что, закончилась эта лютая жесть с Тимохой? Я до сих пор в шоке, у меня до сих пор руки трясутся, если видно. Мне было стрёмно, вот честно. Его типа сломают, там нос сломают, руку сломают, там, или еще что-то. Он, ему пофиг вообще было, он не боялся ничего. Мне было стрёмно из-за себя даже. Я думал, меня тоже зацепит этот Владимир Кулаков. Он, кстати, хочет стать тренером по физической подготовке команды. Ну как он хочет, мы хотим. Ну, я думаю, это обсуждаемый вопрос. Кто такой тренер, мне кажется, поможет. У нас просто будет битва не на жизнь, а на смерть со сборной России. Надо сказать, старого отправить. Напишите в комментариях, хотели бы посмотреть старого на рестлинге. На рестлинге. Вот это, мне кажется, то, что надо. И, возможно, их сцепить с Тимохой. Вот это будет битва. Да, вот это мощь. Мы едем к следующему игроку. Он только закончил свою профессиональную карьеру. Посмотрим, насколько он готов. Итак, друзья, мы находимся в интересном месте. Как вы могли заметить, это совсем не лед. Потому что мы будем просматривать нового игрока вне льда. Так как он бывший профессиональный игрок, или может еще действующий, я не знаю, сейчас мы у него спросим. Вов, привет. Здорово. Владимир Дьяченко, настоящий хоккеист, только закончил профессиональную карьеру. Сказал, что готов хлопнуть сборную, пока сам еще тепленький. В каких командах ты играл? Начинал карьеру в Динамо. Ой, давай, не ври. А, ну конечно, конечно. Начинал карьеру в Марино. Все, вот. Мы пропагандируем наш любимый клуб. Все знают такие команды, как ЦСКА, ну, а дальше уже Динамо. Интересно, это самое главное, я сказал. Все, ты начинал в Марино и закончил ты недавно. Все. Кто подпишется на наш канал, может участвовать в розыгрыше вот этой футболочки. Она очень приятная. Чего такой же? Футболочки, не этой же. Этой же футболочки. Я ее с себя сниму. Иван, вы что думаете, у нас много футболок? Мы для тебя приготовили 5 мишеней, будем по ним бросать. А так как ты играл на высоком уровне, нет смысла тебя просматривать на льду. Скажи, пожалуйста, готов ли ты сыграть со сборной России? Конечно, готов. А ты хотел играть в сборной когда-нибудь в жизни? Конечно, хотел, но жизнь повернулась так, что придется играть против них. Вот и будем мы готовиться. Погнали! Решили сделать бонусный бросок, усложнили задачу. Надеюсь, наши шайбы все не потонут, мы собьем эту мишень. Она висит вон там, рядом с канализацией. Будем бросать по 3 броска. Надеюсь, мы попадем. Оу! Оставил тебе.
Вот он, разница, когда человек играл и когда человек не играл толком. Я поправку на ветер не снял. Она не разбилась. Это было отвратительно. Давай щелчок. А, блин, закрутилось. Так, что, дальше сейчас? Как хоть просто успеешь? Давайте уже разобьем. Это было уверенно. Сказал, сделал. Ну что, дорогие друзья, выпуск оказался бомба. Итак, конкурс. Чтобы выиграть эту приятную маечку, вам нужно написать в комментариях, какое амплуа мы будем рассматривать в следующем выпуске. С вами были Hockey Brothers. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пока-пока.